Правительство Архангельской области направило заявку в Росавиацию о субсидировании прямых рейсов между Архангельском и Сыктывкаром. Об этом на своей странице в соцсети рассказал губернатор области Александр Цибульский. Предварительно. Полеты планируются 2 раза в неделю. Скорее всего, речь будет идти о промежуточной посадке в Котласе, как было раньше. Недавно соседи всерьез занялись взлеткой. После реконструкции она теперь способна принимать самолеты типа «Бомбардье» и «Эмбраер».